Давным-давно была война. Но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им вслед солдаты. 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 9 мая, в день Великой Победы, участники мотофестиваля «Дивизион» проедут торжественным парадом по улицам Воронежа. После парада на Адмиралтейской площади начнется грандиозный городской праздник для всех поколений. Гостей ждут мото и водное шоу, выступления титулованных спортсменов, развлечения для всей семьи и концерт. Приглашаем всех стать частью мотодивизиона Победы. Подробности на сайте motodivizion.ru.